Здравствуйте, друзья. Посмотрите, наш специалист все не может успокоиться. Что-то новое придумал. Салат будет называться летний салат из риса с овощами. Правильно? Да. С добавлением специй, да. Да. Я отварила рис. Посмотрите, какой он рассыпчатый получился. Можно поближе посмотреть? Да. Сам по себе очень вкусный. Здесь овощи, перец болгарский разного цвета, помидорчики черри, лучок зеленый и огурчики у меня были малосоленые. Все это меленько я нарезала. И сейчас будем все это добавлять. Так, сначала мы специи будем добавлять. Кладу я паприку. Этикетку какую паприку? Необыкновенная паприка. Так, дальше. Чесночок. Молотый. Ну да. Можно этикеточку. Так, вот гарлик. Опа-ля. Так. Перец черный, молотый. Горчица французская, дижон. Вот она. Вот так. Столовую ложку. Да, где-то. И майонез. Тоже столовую ложку. Да, это у меня чайная. Сейчас столовая половина. Так. Вот такая у нас. Майонез. Вис. На оливковом масле. Да. И теперь я сейчас все перемешаю это. Наверное, и овощи добавлю. Все овощи. Оператор, готовься пробовать. Опять я? Не хватает, я уже. Это вкусно. Перец ко сну дело идет. Смотри, как красиво. Сори. Посмотри, какая красота получилась. Руками, очень красиво. Да. Его можно на природу. Сейчас жарко. Сытно будет. И вкусно. Что на природе, кроме риса, нечего кушать? Почему? Мясо жарко кушать. Итак, что можно считать, что салат готов? Да, салат готов. Ну, попробуй, скажи. Ой, сейчас ложку возьму. Посмотрите, рассыпчатый рис. Мы с этого риса плов варим. Берем в индийском магазине. Это вкусно. Ну, сейчас посмотрим. Так. Это очень вкусно. Все овощи сочетаются. Я бы еще, наверное, острого перца положила. Ну, а специи – это дело вкуса. Каждый может положить то, что ему захочется. Это вместо ужина можно. Вкусно. Спасибо. Всем спасибо, друзья. Не забывайте оценивать наш труд лайками, подпиской, ну и комментариями. Всем спасибо. До следующего видео.